Приветище, это Гидронир, и мы продолжаем. Я хочу тебе похвастаться одной штукой, которая называется компрессор ювелирных камней. Я его наконец-то сделал, но он тут что-то он пока что не фрычит. Наверное, надо рычаг нажать. Значит, смотри, здесь вот у нас красные рубинчики, мы их вот так вот делаем. Там все прессуется, вот так делаем. Все, он спрессовался в один, шикарно. Значит, пускай рубильник у нас вечно будет включен, и здесь тоже. Везде рубильники поставил, потому что с кнопками не фурычит. Здесь все работает. В общем, сейчас посмотрим. Камушки там есть где-нибудь у нас? Камушки. Брюлики. Во-во-во, появился брюлик. Значит, зеленый он туда сейчас прыгнет. Бежит. Он туда уходит. И сразу же переступит. Отлично, все работает. Бежим. Наконец-то. В гномскую шахту. Вот и приехали. Сейчас заодно проверим, как тут работает конвейер в обратную сторону. Давай, скидывайся уже. Пух, и все исчезло. Значит так, в комментиках мне писали, что копать нужно не землю, не низ, а стенки. Логично. Кто бы мне раньше об этом рассказал? А если мы тут попробуем? Тут есть где-нибудь у нас голенькие стеночки? Вот тут вот можно попробовать что-нибудь? Не, здесь уже ничего не добывается, не копается. Выходит, что бурить будем именно тут. Берем теперь наш бур и пихаем его в стенку. Желательно где-нибудь вот здесь, рядом с водой. Таким вот образом. Вот так-то он должен копать же, правильно? Подводим максимально к нему трубу. Если вот тут есть вода. О, здесь есть вода. В таком случае мы просто... Подожди, а может быть еще его здесь есть? И здесь есть. Ха-ха-ха. А может быть тогда и тут есть? Нет, тут уже все, обломись. И прежде чем мы его подключим к трубе, где у него сопло-то? А, сопло вот тут выбрасывается. Стой, подожди. Тогда мне, наверное, надо его развернуть таким вот образом. Но если я его таким образом... В таком случае бур мы вот сюда ставим, чтобы меньше труб тянуть было. Хватаем уголок и понеслась. Тут мы вниз заводим. Возможно, мне еще и труб не хватит. Вот, а, ну все, все, идеально просто. Все встает как надо. Опачки! Заработала! Заработала! Мать моя женщина, заработала! Только все это валится прямо в воду. Меня это не очень устраивает. Давай-ка мы его тогда переместим сюда и вставим в стенку. Не знаю, правда, хватит ли им труб. Скорее всего, мне не хватит труб. Да, мне не хватит труб буквально одной. Ну ничего страшного, сейчас я ее притащу. Одну вот такую мне, пожалуйста. Может быть тазик? А, ну в тазике я все равно не могу таскать. А жаль. И конечно же мне в любом случае тазик понадобится. Пока что вручную будем отмывать грязь, смотреть, что там, как там. Весы еще тоже было бы неплохо. Я же все равно это все на своих ручках не утащу. Короче, покупаем. Сейчас это все сюда запихнем. Ну да, так я не утащу. Но, слава богу, здесь есть поддон. Поддон всему голова. Поддончик нам продайте, пожалуйста, еще. Вот это другое дело. Все оставим на поддон. И я это мощными своими ручищами утащу. Хопа! Пошли! Смотри, какой крепкий дед. На одной руке тащу. Жалко, только на поддоне ничего нету. По факту там дофига всего. Вот я тебе сейчас покажу. Смотри, хоп. На поддоне много всякого разного, но почему-то, когда включен режим камеры, этого не видно. Подключаем, значит, наш настенный бур. Давай, вставляйся. Где там у него переключатель-то? Переключатель. Так, может быть, мы слишком глубоко его запихали. Что-то не видать переключателя. А как это так? Давай копнем. Где наша кирка? Че я мучаюсь вообще? Ща копнем, и все будет ок. Вот тут нет переключать. А где он? Так. Вот он, нашелся. Ну-ка. Вперед! Из песни что-то не заработало. Ха! А что ты не работаешь? Ты слишком увяз в стенке, что ли? О, заработал! Чуть-чуть поглубже копнул, и все нормально. Значит, пока он тут копает, мы вот сюда тазик поставим, чтобы все это в тазик скидывалось. Я тут, короче, заметил, что вот эту вот маленькую грязь,
Она здесь утрамбовывается гораздо больше, чем там у нашей речки. Смотри, какой булыжник. Жесть! Да таким убить можно. У меня уже таких тут два. Пойдем. Пойдем еще вот так вот сделаем. Хоп. Хоп. Просто у меня сейчас три булыжника будет здоровых. Чуть-чуть, да? Вот это я понимаю. Вот этот, кстати, можно еще присануть. Колобочков я тут себе наделал. Берем, значит, тазик. Сейчас посмотрим, что мы из этих колобочков получим. Оп. А, да-да-да. Технология невынимания таза из воды. Я чуть про нее не забыл. Что там у нас? Сколько это все весит, мне теперь интересно. И стоит. Где наши весы? Теперь смотрим, что там по железу. Ну, в принципе, все то же самое, что и у речки. Пока что ничего меня здесь не удивляет. Попытка номер два. Блин, клотиум бы хотя бы был. Железо да золото. Где клотиум-то? Что ж, ладно, пускай этот бур работает. А я пока схожу, посмотрю, что там нужно для дробилки второго уровня. Вот она, дробилка. 50 клотиума и 500 железа. Да все это фигня. Сейчас при тарабане будет у нас сразу же бур. Ездил по горам, перевернул случайно тачку и увидел надпись на ней. Секретную надпись с посланием, на которой написано «Дрей был здесь». Интересно, что он делал под моей машиной? Он ее чинил, что ли? Вот мое подношение, о великий котел. 50 клотиума. Кладем его сюда. И еще я подношу тебе, о великий котел, 500 железа. Держи. Все готовенько. Выковываем. Ну-кась. На-кась. О, какой он крутой. Офигеть. И тоже бочком лежит. Ну, допустим. Пойдем его теперь подключать. Подключить. А, трубы нужны будут. Нужны будут трубы. Так, окей. Ты пока без меня лети. Я пошел за трубами. Пришел за трубами, купил одну и такой, блин, надо было все равно прыгать и поддон тащить. Без поддона я тут запарюсь. Опаньки, нам еще и гаечный ключ теперь, ну... Нифига себе тут завалы. Ну ничего, это дело поправимо. Сейчас дробильник воткнем. Так, а подожди. Дробильник я куда-то сюда скидывал. Вот он. Дробилочка. Так, во-первых, надо разобраться, где у него что там. Давай. Сюда поставим сейчас вначале. Вот. Тут будет у нас все выпадать. Снизу у нас трубы подключаются. Окей. Вроде разобрались. Тазик сейчас уберем отсюда. Тазик, иди сюда. А, мне, наверное, вот это еще все разгребсти нужно же будет. Ну да, логично. Так, тогда все это сюда перекидываем сейчас. Ну вот, вроде бы подразгреб. Теперь будем сейчас примерочку делать. Встанет оно сюда или не встанет. Вот так бы я хотел, но труба оказывается внизу. Можем мы туда подлезть снизу? Нет, не сможем. Хотя так ставится. Так, сейчас, подождите-ка. Блин, вот так она ставится, а так не ставится. А так, пожалуйста. Зараза. О, получилось, поставилось. Ништяк. Воткнулась. Значит, мы теперь подключаемся. О, вообще шикардятина выходит. Так, это вытаскиваем. Это сюда подключаем. Вот таким вот образом. А единственное, нам нужно теперь еще вот что сделать. Ну вот и все. А нет, не все. Гаечные ключи, дырявая моя башка. Купил себе, короче, магнитную палку в надежде, что она мне сейчас поможет. Почему я ощущаю себя Гарри Поттером? Верчу, кручу, починить хочу. Вот, пожалуйста. Наконец-то починилось все. Только сперва бур надо отрубить. Пока ничего не надо добывать. Не надо ничего нам добывать. И теперь кучку грязи пытаюсь примагнить. О, магнитится. Работает. Все работает. Ну, с грязью магнитится все поинтереснее. Я словно повелитель каменных глыб. Ну а теперь все это дело попробуем запихать
Вот сюда. А, стой. Нет, пока нет. Мы тазик сейчас еще туда подставим. Если у нас, конечно, это получится. Тут как бы трубы все-таки. Сейчас. Придется трубы отключить. А, слишком низко лежит бур у нас. Поэтому, увы, тазик подложить не получится. Ну что ж, тогда так. Тогда так будем все закидывать. Аккуратно поднимаем и тащим сюда. Вот, хорошо. Что-то там такое металлическое прям вывалилось, или мне показалось. И теперь все это надо тогда в тазик забубехать аккуратненько. Пойдет. Ну что хочу сказать, мы глубоко под землей копаем тебуром второго уровня, а клотиума я еще так и не добыл. Что очень странно. Подожди, может он тут... Да не, клотиум сразу видно. Это одно золото до железа. Капец. Столько бабла потрачено. Может быть, нам туда, вглубь этой стены, стоит убуриться? Тут, наверное, глубина не вертикальная, ну то есть вниз, а горизонтальная. Что ж, я это сейчас тогда проверю. При помощи моей крутой кирки второго уровня я вот тут вот попробую прокопать тоннель и посмотреть, насколько я смогу уйти вглубь. Я прокопал максимально вглубь. И пойдем, я тебе покажу, как это далеко вышло. Мы бежим. Тут спускаемся вниз. И все, мы приехали. Дальше не копается, потому что моя кирка не вывозит. Смотри. Искры летят, кирка тупится. И все это говорит нам о том, что нужна кирка третьего уровня. Выходит, что наш бур мы максимум можем затолкать только на вот эту глубину. Скорее всего, он эту стенку не прокопает. Он будет копать где-то тут, потому что тут кирка копает. Но это повод для того, чтобы углубить наш бур туда, в стенку. Но этим я займусь уже в следующей серии. А сегодня я хочу купить рассаду. У меня, правда, денег на нее не хватает. Сейчас у меня 138 фермерских монет, но мы это дело поправим. Итак, какие супы нам тут нужно сварить? Суп с морковью, помидором и луком. Также луковый суп с брокколи. И есть еще один. Это просто луковый суп. Что ж, приступим к готовке. Ну вот и два наших шикарных супчика. Один из брокколи и лука, другой лук, морковка и помидор. Но это еще не все. А где мой драндуль? А, вот он. У нас также будет еще чисто луковый суп. Вот и готово. Остается только вспомнить, кому их нужно развести. Давай посмотрим по карте. Ага, значит, один вот он где находится, другой здесь. И последний... Последний тут. Луковый суп. Нате, распишитесь, получите. Денюжки. Эй, рыбаки, я вам пожрать тут привез. Че вы заказывали? О, они сытный суп заказывали, поэтому... Где он? Вот он. Держите. Все, как вы хотели. По рецепту. Деньги. Добрый вечер, месье. Держите ваш суп. И гоните мне бабки. Что мы с тобой по итогу имеем? Давай глядеть. 760 монет. Неплохо. Что мы можем себе на них позволить? Опрыскиватель не можем. Автоматическую нарезку можем. Холодильник можем. И семена свеклы тоже можем. Именно за семенами свеклы я сюда и приехал. Так как нам нужно... Ой, не туда кинул. Так как нам нужно будет накормить стражу этой свеклой. Причем очень много свеклы нам потребуется. И у нас еще остается 429. Что прикупим? Я бы, конечно, вот это деревце еще прикупил. Клен. Но для него нужен горшок. В принципе, пора уже купить горшок, я думаю. Пора. И клен. Вот, клен. И еще я бы корзиночку купил. Корзиночку и, может быть, не одну, а целых две. Мне было бы... Как я это все повезу вообще? Может быть, даже и побольше корзинок я бы взял. Пойдет. Блин, я бы еще и вот этот стенд купил на самом-то деле. Доска для задач. Будет неплохо. Все! Закупился по полной программе нафиг.
Теперь остается все это грамотно тут разместить. Тетрис, блин. Хорошо, что я в детстве в Тетрис играл. Причем не так уж и плохо. Похоже, что плохо играл. Вот так вот, если мы разместим, то должно быть ок. Не падай, поехали. Есть, получилось. Получилось, оно сглючило и будет так висеть. А посему мы сейчас сюда попробуем еще запихнуть что-нибудь с краешку, если получится у нас это сделать. Все, я все уложил. У меня все получилось. Главное теперь своим стендом что-нибудь не задеть. Ну что, приступим. Приступим высаживать вначале клен. Давай-ка, кленчик. Садись сюда. О, какой он большой, это вырастет. Надо его полить. Вот. Поставлю его где-нибудь здесь. Для красоты. Ничего себе, какое дерево у нас здоровенное будет. Ладно, пускай оно будет тут. Вот тут вот. Обалдеть. Так, дальше. Свекла. Свеколушка. Мы посадим тебя пока что тут. Вот, расти. Еще одна доска задач, которой мне так дико не хватало, будет стоять у нас... Почему она сюда не ставится? Надо развернуть ее. Блин, я... Блин, вот так вот она ставится. Тут, короче, мешает, я понял. А нет, вот все, все, встала. Как надо. И еще одна корзиночка, она у нас будет использоваться под брокколи. Хотя... Нет, мы ее будем под свеклу. У брокколи и так там таз целый, так что... Ну, пойдет. А это под свеклу. Я тут, короче, подумал, а что, если я попробую намагнитить овощи? Это возможно! Класс! Это значительно ускоряет процесс сборки урожая. А магнитик-то оказался не простой, а золотой. Все магничащий. Пока что наш клен растет как... Ёлка. Вот она. Вот она, наша свеколочка. Она выросла. Такая большая. Такая огромненькая. Сейчас мы ее срубим. Переработаем. И еще раз посадим. О, сколько там семян? Одно семечко? Серьезно? Не густо. Одно взрастили, переработали и одно опять посадили. Плохо. Очень плохо. Так, деревце-то мое не растет, потому что я его не поливаю. Надо полить. И на этом, пожалуй, сегодня все. Вот так-то. О, смотри, оно цвет поменяло. Боже ты мой, его надо было попросту полить, и оно было бы не зеленым, тускло-зеленым, а оранжевеньким, красивеньким. Что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписочку, если ты еще этого не сделал, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. Так что до встречи.